Оскол поплыл. В местных пабликах и интернете появляются фото и видео стихийных рек и озер на дорогах. И если верить прогнозу погоды, дожди только начинаются. По данным Гисметео, до конца июня над Староскольским округом будут сгущаться тучи. Ожидаются грозы и дожди. Температура воздуха будет держаться в районе 22 градусов днем и около 17 градусов ночью.